Иордан. Вот. Извините, что я таким способом буду защищать наших лидеров, но я же лучше всех понимаю, в какую позицию они находятся. Меня только что спрашивали, может ли наше солнышко как единый организм, единый корабль, мы не делали все то, такие аппараты, да, самоделка, вот все сделать как надо, да, к единому организму, одна система, и через камнях прорваться. Да. Как сына, единственный наследник, Господь Ин, тот, кто имеет Господь внутрь. На болгарский Райчу, солнце, Ра. Наше солнце. Меня все время поставляли в ту позицию, да? Не сами это, вы сами это хотели, может быть, сделать от меня каким-то образом, увы, 14. Зачем это у вас было нужно, не знаю. Вот. А он любил в одеждах, что меня все время что пытались поставить в ту позицию заниматься. Ну, нравится, да. Вот. Возможно, что-то такое генетическое есть. Не могу знать. Давайте по существу. Ну, все время, да, объяснять. Парень, ты не плохой парень, только вокруг тебе только идиотов. А вот ситуация в жизни, что было. И сейчас они тоже, я говорю, вот. Может быть, неудобно, неловко не чувствуется. Я говорю, никаким способом, блядь. Они всегда, я их знаю отлично, они всегда потом говорят. Пусть мы такие все. Все, ну что? Да, и что? Блядь. А потом говорят, а ты что, лучше, чем нас? Давай, делай что-то, да? А я объясню, пусть. Вы поставили меня в комнату, против меня 9 копья. Так, я только что шагом сделал. Вы ПАМ! Парень, что с тобой? Почему не идешь? Могу ли? Можно, пожалуйста. Мы не знаем, это ты знаешь. Я делаю мой шаг. ПАМ! Нет. Сейчас будет по-испанскому. Ты будешь в Испании, да? Знаешь, как это на самом деле идет. Ты будешь делать то, что мы тебе говорим, а никак не будешь делать то, что мы делаем. А слуги ты делу, перенуага слуги йоаку. Не только то, не имеешь права быть недовольным, что мы все плохо делаем. Не только то, не имеешь права говорить миром, что мы все плохо делаем. Не только то, не имеешь права говорить миром, что мы с тобой хотим закончить. Не только то, не имеешь права говорить миром, что мы здесь тебя против твою волю держим. С такими идиотами нигде не поедешь. Ну вот, та ваша администрация, наша. Пожалуйста, вы не должны понять наших лидеров, в какую позицию они находятся. Я же это видел, я сейчас еще вижу каждого дня. Зато и мы война не выиграли. Зато и мы все субъекты, которые раньше были в Советском Союзе, а раньше того еще многие остались за границей, были мы вместе, весь Русь. Еще не объединились. Да. У вас солнце есть. Вы не позволяете, чтобы они смогли все сделать. Солнце. Вот как это. То, что происходит со мной. Здесь. Что? Знаешь, что делать? Не делаешь ничего. Пытаюсь я сделать что-то. Бам! Забывай. Забыл я. Забыл. Почему сидишь? Был ты великий, был ты такой, другой, да, солнышко, давай. Могу ли? А мы не знаем.
Это ты знаешь. Иду я. Бам! Вот на самом деле у вас. Не могут быть как вами. Как наши лидеров. То так с ними будут делать. Потом сами будут недовольны. Вот то солнце, батя. Какое солнце у нас такое плохое солнце, блядь. Откуда мы такое солнце нашли, блядь? Блядь, тут людей какие солнца у них есть. Другие. Вся вселенная такие прекрасные солнца. У нас такое солнце, блядь. Солнце. Как это? Какая судьба у нас? Вот, которые, как они, вот, Венера, она знает кто. Марс. Знает кто. Меркурий знает кто. Юпитер отлично знает кто. Сатурн тоже. Там у нас два ги. Газовый гигант, да, тоже знает кто. Плутон знает кто. Все они знают. И вы знаете. Идите вокруг мою дочку. А солнце? Откуда? Или то все начинало искать ги. Как это будет? Сашку. Там только та кровь. Там никого нет. А потом говорят, не надо вся эта глобализация. Надо есть как немножко ас, немножко персональность нации, народов. Они, не, у них не будет. Потому что не хочет принять правду, признать правду сам собой. Не пустит меня, типа, мой путь, весь мир по свой путь. Путь нарисован. Да, может быть, наш председатель, его, господин Си Цзиньпин, должен был немножко лучше сделать, вот там, мы знаем, китайцы, как все у нас, да, вот так, так и на, никто не хочет быть с та перфектностью, которая у них была в Ренессансе, все то опять, или остается навсегда, что мы не хотим, что они хотят. Старики всегда были. Нет, никакой прогресс. Сделаешь раз и навсегда. Или не будет рециклации, или будет все то вокруг, цирком, и все. У нас по-другому. На Востоке. Есть из прошлого, есть и новое. Там тоже так было когда-то. А кто? У них это показывал. Показал. Вот. Тоже мы. Люди, которые пришли от Востока.